Всем привет! С вами Ох Студио. Микрофона Рузу и на подпевках у нас Ферюкт. Я надеюсь, что Рузу слышно, не как в прошлый раз. Но если ты меня слышишь, то и на записи будет слышно. Ну это хорошо. Да, и сегодня мы наблюдаем за бета-версией Battlefleet Gothic Armada. Надеюсь, будет что-то интересное, потому что я наслышан, но руки не доходили. Ну, значит, есть варианты. Можно пока вот поиграть в Skirmish. Компанию я не хочу показывать, там аж целых три миссии, из которых большую часть времени учат, как двигать кораблик. Да. В смысле учат? Ну, туториал, первая миссия. Я просто думал, его учат запускать. Только я посмотрел на картинки и понял, что как-то они вообще не похожи. Значит, для Скермиша доступны всего две фракции. Это Имперский флот и флот Хаоса. Что характерно, Имперский морской флот и просто Хаос. Ну да. Ну, Имперские силы после ереси Гора были очень сильно разбиты, то есть... Это предпринято было для того, чтобы никто из командиров не мог обзавестись сразу всем необходимым. Типа, все по разным департаментам. Подожди, а как он правильно, кстати? Гор или Хор? Хор точно неправильно. Есть вариант Хорус. Да. В одной из книг было указано напрямую, что имя является отсылкой к древнеегипетскому богу Гору. Да, поэтому правильно все-таки Гор. Хотя в книгах написано Хорус, которые были опубликованы. Ну что ж... перевода такой. Давай, короче... оно было разъяснено очень не сразу. Да? Так, Империал или Хаос? Давай за Императора. Во славу Императора. Так, окей. У меня, в принципе, есть тут уже один Адмирал. Нихера, да. Играем с нуля. Ну, как знаешь, я просто показал бы более прикольные кораблики сразу. Да ну ладно, я думаю, прикольные кораблики все, кто захочет скачать, начнет. Так, ну ладно, окей, хорошо, я буду... Нифига. Давай уже раз, новый генерал. Адмирал. Будет сумасшедшим. Ты еще скажешь, у тебя умляута есть? У меня немецкая раскладка по умолчанию. А, ну окей, погнали. А сожрет? Почему нет? Так играть будем, пожалуй, на вообще нормале. На нормале. Ну ты, ну можно на нормале, конечно. Ну это ты у нас как бы тренировался типа. А я все на нормале прохожу. Ну я потренировался, да, потому что тут на самом деле управление оно очень такое непривычное, особенно вот этот дальний кораблик напоминает мне пулемет из XCOM. Знаешь, как бы это был показан вообще орочий флот. А. Что это за хрень такая? Это эскорт фрегат класса меч. Это фрегат класса огненный шторм. А это, так, дестройер, это у нас как-то эсминец, да. Эсминец Кобра. Обрати внимание, ты же дырки у него на носу. Ну, торпедный аппарат. Правильно. Так, морской флот мне не надо рассказывать. Замечательно. Ну, я думаю, что нужно обзавестись хотя бы парочкой легких крейсеров. Это кто у нас? Это легкий крейсер класса Dauntless. Угу. Я не знаю. Вот я так тебе сразу и не скажу. Ну, это я понял, это в стиле Дикандерога. Ну, так, жаль, только покрутить его тут нельзя. Это херово, да. Он оснащен, вот снизу у него тут лучевая пушка, их называют лансами, то есть копья, и вот парочка милых вот таких вот батарей по бортам. Я почему-то гиену вспомнил нашу. У меня тоже была пара батарей на бортах. Так, нужно какой-нибудь скилл ей выбрать, я думаю, пусть она будет кидать... Так, это... Вот, легкий пусть... крейсер должен идти в атаку. Давай что-нибудь атакующее. Ну вот я и взял плазменную бомбу. Зашибись. Так, и я возьму еще один легкий крейсер. Тоже Dauntless, но МК-2. Подожди, а в чем разница между Dauntless и Dauntless? Ты до этого брал просто Dauntless, да? Да, МК-2, он оснащен торпедами.
А, я вижу, у нас у дырки появились. Да. Но убрали плазма пушки. Да, но плазма пушки у него уже нет. Ну, там не плазма. Так, и можно ему что-нибудь тоже выбрать. Можно, кстати, вот такую вещь взять. Типа, будет телепортировать. Озвучивай, озвучивай, что ты берешь. Хорошо, я взял микроварп-джамп. Ну, то есть, небольшой... Это, короче, крыса выпрыгивает из-за угла и шмаляет тебя в упор торпедами, да? Ну да, но торпеды, они тут по кулдауну идут. Ну что, я думаю, сразу... Да, давай, сейчас разберем. Да, как бы... Блять, красивый снапшот вообще. Ну, картинки в архе в принципе отличаются эпичностью. Так, ладно, я возьму вот два линейных кораблика. Что-то у меня осталось 40. Думаешь, сменит взять? Да. Ну, можно его взять. Так, ну то вот. Есть у нас вопрос по количеству очков еще, да? Да, да. Ну, как в любой настолке, игра сделана по настолке. Как бы. Мне нравится. Розовая, под ним фирюк написано. Сука, я все равно крайний. Ну, конечно, так. И против нас выставили хаос. Ну что ж. Рандомно, да? Да, выставляется рандомно. Ну что ж, поехали. Как говорил Гагарин. Орлами, блин. Ну так символ Империума. Так у нас так дохуя, ты представляешь, это будет человек 20. Я такой... Не, 20 не будет. Так, сперва нужно расставить свои кораблики. Ой, это мило, на самом деле. Да. Другое дело, что они этот строй все равно ни хрена не держат. Понимаю. Не, ну как бы они даже на марше его не держат. Я-то понимаю, скорость-то разная. Да не, ну как бы вот я не увидел пока команды, как им сказать, что типа так, ребята, все держим. Ребята, кто знает команду, напишите. Ну да, как бы. Так, я вижу, у нас один будет приближаться вот спереди с этого облака, и еще кто-то ползет справа. В смысле, то есть они раскидывали, да? Да, они решили вот так раскидаться. Вот тут какие милые у нас агрегаты. Да, агрегаты вообще ми-ми-ми. Ну, дык, прям, можно сказать, произведение искусства. Так, ну, пока они медленно к нам подползают, я думаю, что нужно отправить им пару милых подарочков. Ага, во, вот там как раз идет вроде по курсу. Ну, а, так, понятно, у него 4-3 эскорта будет, похоже. Эскорты — это очень хорошо, в том плане, что они хорошо укладываются с торпед, если попадешь. Так главное прицелиться, вот это самая сложная часть. По первые... Красные точки — это враги, да? А? Красные точки — это враги. Да, ну мы пока их еще не вскрыли. Их пока не очень хорошо видно. А куда это он так повернул? Ну... Где его так расколбасило? Ну, это он ложился на нормальный курс. Так, о! Ой, кого-то расколбасил. Да, и похоже, это крейсер, раз выдержал попадание с торпеды. А, то есть он еще выжил, да? Я думаю, его просто отколбасил. Вот такой бабах был эпичный. Не, там одну торпеду бабах. Он, скорее всего, сбил. Торпеды тут можно сбить. Опа. Все, так. Не сбил. Ну, все, кончился. Ну, прекрасно. Я только за. Yes, Admiral. Ну что, поехали. Будем мочить. Тот первый ответит, а тот первый умрет. То есть мы в одного ёпчика закорить будем. Ага. Это кто? Кто? Это тоже эскорт, у него хоть этого вот нет нифига. Уже, да? Понятно, их крейсер решил побыть сзади. Это что за ракеты полетели? Ну, они ракетами стреляются. Флот Хаоса отличается чуть большей скоростью, чем имперский. И при этом... Я оценил. Особой подлючестью. Так. А вот это я попробовал туда телепортировать командос. Такой подарок на борт. Да кто их считает? В смысле? Главное не потерять линейные корабли, они ценнее. Ну, кстати, злой их эсминец... А? Злой ты. Вот там эсминец убегает.
Да, сейчас гребет кто-то у меня. Так, опа. Так, это еще что за нафиг происходит? Какая сволочь стреляла? А, вот эта сволочь стреляла. Ну давай, бери вейкера. Потому что... Так, я сейчас вот как раз ему хочу послать большой подарок. Ну, минута кулдаун. Не, я имею в виду, а что это за синяя полоса? Ой, она уже фиолетовая. Так. Нет, на эсминец будет разбираться сам. Так, я разверну... Он похож на абордаж. Нет, вот тут не так абордаж делается. Красиво. Только хп не понимаю. Да. Так, а там обнаружился крейсер. Где? Вот. Это было логично, что там крейсер. Вот это у него сверху хп? Сверху это щит. Так, опа, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бли. Не, уйдет, уйдет. Не попадут торпедки. А торпедки не наводнящиеся, да? Не, торпеды, они вот по прямой. Как выстрелились, так и летят. Опа, так. А ну сейчас с речным эсминцем, давай. Возьми, если вот. Буду, хоть крейсер упадает. Так. Блин, сейчас главное самому не попасться под собственные же торпеды, так ускориться. Второй идет на них. Оп. Да, мимо прошли они по второму. Раздолбайся. Первое правило войны, сначала погибают слабейшие. Ага. Не, это понятно. Опа, привет. Да привет. Папа. Такой милый торпедный залп в упор. И еще абордажные торпеды запустим. Слушай, задолби сначала мелочь. Будет спокойнее жить. Бери крейсер, раздолбай быстрее. Эта мелочь, она не так сильно мешается. Не, можно, конечно. А, у меня, кстати, еще вот такая же штучка есть. Что дает? Это бомба. Другое дело, что она медленно срабатывает. Вот сейчас вот этот внутренний круг. Я понял, понял. Подойдет и... О! Попали. Так, переход на носовой курс. Потому что сейчас пора будет стрелять торпедами. Так, а, блин, похоже, что ему торпедный аппарат сломали. А, да, он говорит, что что-то раздолбан. Да, тут как бы и на ходу такое не чинит. Да, эсминец умер, но их эсминец, как видишь, тоже уже чувствует себя очень хреново. Ну реально, долби эсминец сначала. Чем меньше орудий по тебе стреляет, тем меньше жизни. Это да, но у меня все равно орудий больше. Так. Ой. Так, на боковой курс. Эта сволочь тоже ремонт включила. Так, такое ощущение, что сейчас этот перец у меня все огребет по полной. Так, так, я не понял, а что у меня второй... Этот отдыхает... Эй, мужик. Так, пойдем. Ладно. О, торпеды. Пронесло. А ну, долби его эсминец пока. А сейчас его эсминцу тут устроим. Вместе с десантурой еще приветы. Так, ну давай, давай, попадись ты мне в радиус-то. Оп, полетели, полетели, блин, облом. Не удалось. А этот перестреливается с тем эсминцем. Тьфу, крейсером. Ну нормально, что? Ну да. Не, как бы это в порядке вещей. А здесь надо отдельно управлять, да, получается? Да, управление. Ну можно всех вместе выделить рамочкой. Ну, имею в виду направление движения, направление атаки, выбираешь что. А, им можно указать каждому персонально, то есть если у него, например... А, у этого, этому, кстати, можно и носовые выставить, теоретически. Он и с ними справится, если у него, если ему копье не сломали до сих пор. По-моему, не сломали. По-моему, сломали как раз. Да. Да, Heavy Pro Land сломанная. Так, блин, опять облажались, а? Что это было? Это была попытка послать к нему спецназ на борт. А. Я спецназ вообще, по-моему, не разнизовывал. Нет, один раз сработал.
Он ушел. Вот у него, блин, сработал спецназ. Вот это хреново. Блин, а этот все никак не додолбит этот долбанный эсминец. Эсминцы, суки, подлые, поверь мне. Ну, я верю. Я люблю эсминцы. For the Emperor. Так, а у меня что-то так. Он тебя сейчас додолбит этот. Нет, он не додолбит, он драпает, похоже. Да, он драпает. Он драпать-то он может, у него хп больше, чем у тебя. Мне тут... Это он что-то типа свалил? Да, это он портанулся в варп. Это из заказа, да? Или как? Да, Зак. У этого еще движки поломанные. Покалеченный в самое небалочь, да? Да, да. Targeting enemy vessel. Не, ну эсминцу-то этому все-таки уже можно... Уже почти кранты, так. Так, ускоримся кому. Это типа ее время ускоряешь? Нет, я не время, это я включаю движки на максимум. А? Тут есть такая возможность. Блин. Тут есть условно там специальная горючка, можно использовать для вот таких вот резких разворотов. А, я вижу вот это. Да. Ты прям мордой сожрал торпеду, вот фиги. Ну, знаешь, лобовая броня вообще у имперских крейсеров обычно достаточно твердая, потому что они пользуются... Абортовая. Ну, на борту основные батареи, поэтому тут хошь не хошь, а приходится подставлять. Я тут просто торпеду сожрал тут. Привет. Он явно не ждал такого залпа с ближнего расстояния. Я бы еще на твоем месте вообще на другой фланг прыгал, на самом деле. Чего? Я бы вообще на другой фланг прыгал. То есть он стреляет влево, а ты появляешься вправо. А, в этом плане. Ну, тут... Тут как бы 2.5, а то и 3 минуты. У меня сейчас этот пока скоро подползет таки. Хорошая фраза «скоро». Ну, если он ползет как бы на невысокой скорости. А? А ты лети к нему навстречу, эсминец прилетит следом. Эсминец попробует драпать, скорее всего. Это будет плохо, да? Меньше опыта. Ну, тут опыт называется известностью реновым. А и типа я нагнул человека. Да, ее дают за каждый сбитый корабль и за каждый за поврежденный. Понятно, что сбитые корабли дают больше. Где мои 50 грамм за сбитый? Ага. Так. Ну-ка. О! О! Успешно высадились. Да, 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 да. Все как бы. Я думаю, что. Нет, нет. А их набирают из уголовников и прочих. Типа, если выжили, ребята, ну это ваша награда от императора. То, что выжили, да? Да. То, что ваша ничтожная жизнь. Ну, там уголовники и тому подобный сброд. Черт, мне огурцами пахнет. Да, корабли прокачиваются. Вот оба корабля стали теперь второго уровня. Их можно после этого улучшить. А, то есть то, что мы пролебили эсминец, это плохо, да? На эсминец плевать, понимаешь, как бы эсминцы не качаются, в том-то и дело, что это расходный материал. Вот, сука, ты. Да, только вот нам очень хорошо поломали тот наш кораблик, придется вызывать еще один. А разница так в очках какая? 104, 105, бери Марк 2. Ну, можно и Марк 2 взять. А что, ограниченное количество кораблей? У меня три слота под корабли. Ага. И больше этот... нет? А потом будет еще. Ага. Их можно будет разлочить. Но можно теперь поставить апгрейды. Вот, например, можно это сделать... Это у нас Марк 2? Это Марк 2, да. Улучшенное наведение. Значит... Для атаки с близкого расстояния, то с телепортом можно вот такую штуку взять. Или можно ему наоборот сделать, чтобы оно дальше било. Дальность сделай. Чем дальше, тем круче.
Ну вот я и... тоже обычно на это упираю. Вот есть такой имх, а второй корабль можно даже не качать пока, да? Да, да, тем более у меня ограниченное количество очков. Что за команда? Мои... Так, значит, комиссар. Ну, это человек, который следит за порядком и неугодных капитанов расстреливает на месте. Капитанов или капитану? Капитанов. Потому что если следующий тоже наложит штаны, то у него будет два варианта. Или он идет на следующий абордаж первым, или он сразу же ловит заряд лазера в лоб. Обычно расстреливают с затылок вообще-то. Тут зависит от того, как будет стоять, как бы, потому что он расстреливает на месте. Не ждает возможности, как бы, оспорить решение сразу, вынул пистолет, выстрелил, все. До свидания. За это они, кстати, очень любимые, что в Astra Militarium, ну то есть и, их армии, что вообще навигатор это пока не нужно, техножрец повышает скорость ремонта. Вот мне я мастер-ганнера обычно беру, потому что это повышает шанс крита. Давай, бери. А вот эти вот рейтингс, это как раз повышает, улучшает возможности для штурма и противодействия штурма. Угу. А последний кто там? Последние-то сервиторы, они уменьшают кулдаун. А. Но я уже улучшил оружейника. Угу. Окей. Собственно, мы можем сразу идти мочить дальше. По мере открытия опыта появляются новые миссии, открываются новые слоты. То есть другой мой адмирал уже обзавелся нормальным крейсером, а не легким. Ну, понимаешь, легкий крейсер хорошо нагибает эсминцев. Давай, раз, два. Знаешь, что, тот у меня оснащен пушкой Нова, которая хорошо нагибает все. Так, ну тут без вариантов теперь, я могу только взять эсминца. Фрегаты, кстати, тоже довольно живучие суки, я тебе скажу. Но у них нет торпед. О, вот это кадр, я помню эту заставку. Ну, не заставку, кадры, просто помню. Только там их было больше. Ну да, тут-то. Так, это, скромненько. Эсминцы посредине поставь, а? То есть, типа, у нас эсминец будет в качестве флагмана, что ли? Нет, засунь его в жопу просто посредине. А, ты имеешь в виду обратная галочка такая, да? Да-да-да. А что толку, если он с торпедами, его вперед все равно выставлять лучше? А он выпрется куда надо. Не, ну понятно, что они все равно выстроятся в одну линию. Ну так ты отправляй так подальше, чтобы они не успевали сортироваться. Видишь, куда можно шмалять? Или у меня нет? Так, так, я вижу два вражеских корабля. Я тоже их вижу, так. Orders received. Я правильно, интересно, на них ориентируюсь, да, так? Да, 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 правильно. Ага. Все, вали прямо к ним. Не, прям к ним зачем? Я успею дать пару залпов, пока нет, они подходят. Имею в виду, пока они не пока не перестроился. А, в этом плане. Да, вот вали прям к ним. Сейчас торпедами я промажу. Мне нужно поменять ту направляющую. Торпедные аппараты вещь хорошая, но нужно с них все-таки попадать. То есть вот с этого положения они дойдут. Видишь, как эсминец херачит. Его вообще можно было в пропу засовывать. Да, ой, кстати, опять та же формация у противника. Я только не посмотрел против нас, чей флот. Империум. А Империум. Слушай, ты строй построил, а идти не идешь, да? То есть ты тупо так я сейчас... Куда? Зачем мне далеко идти? Андрей, что за шмаль был? Он не стрелял. Что за шмаль? Я их порадовал запуском торпед. Как ты прицелил? Вот, видишь линии прямые? Ага, ну я знаю, ну. А как они сами уставляются? Я корабль просто указал ему, что его... Мужик, ты бы чуть подвинулся, но, кстати, есть шанс, что промажут все залпы. А может не промажут, там один... Там кто-то сейчас по-любому условит, стопудняк. Ну вот он... Нет, этот не... Что это куда-то попало, блин? А промазал, да это сбили торпеду. А. Так, справа там еще два корабля. Тут торпеды можно сбить. Я это уже говорил. Повтори залп. Вот если ты на раз нажал, оно типа сработало, да? Ну я когда навожу эту штуку, ну просто мышку навожу на кнопочку, оно сразу же мне показывает линии прицеливания. Только все равно... Так.
Блин, сволочь. Engine он прошел... Hot. Он обошел всех. Да, да, эта сволочь взяла и всех обошла. Yes, только это не значит, что это ему сильно поможет. Вот сейчас. Торпедос аларм. И судя по всему, торпеды сейчас придут ровно куда надо. Блин, опять промазали. Потому что шмалял. Шмалял вот потому, что был спереди. И сейчас опять промазал. Так. О, блин. Быстро кончился вообще. Да, да, я поэтому их и недолюбливаю. Так. Что-то мне было. Соберись и дамаж одного найдешь. Сейчас. Я хочу, чтобы он торпеды навел куда надо. У тебя оба с торпедами? Да, у меня оба. Ты снова не заряжал. Почему это? Блин, опять промазали, да? Что же... Это было логично, ты на развороте в хвост целился. Ну, допустим, да. Это было логично, что ты не промазал. Убери один эсминец, но убери второй эсминец. Потом работай с крейсерами, господи, проблема на. Да, вот туда можно стирать. Сейчас. Что он... Блин. Близко. Боится за дамаг. А, ты пэш это хочешь? Давай. Во. Вот сюда. Внезапно. Так, зараза. Да эсминцы убирай, нахер ты крейсер. А, торпеды мне надо. Да, я торпеды надо. Ты своего убрал торпеды. We are the Imperial Navy. Да, что-то их эта сварма как-то очень злобно работает. Видите, окружили как люди, как гиены. Так, о. Пам-пам-пам. Вот мы вдвоем этот эсминец убирали. Брали одного, брали второго. О, ура. Boarding success. For the Emperor. Сейчас этого доберешь, потом ты включайся на того, что почти сдох. Так. Есть. Все, там так, прекрасно. А мне торпедный аппарат на моем там сломали. Ship ready. Вставай, собирайся в кучку, что ты расползся, блин. Сейчас. Тихо. Тарань его нахер. Helm coordinates acknowledged. Так, включить ремонт. Your orders. Соберись в кучу, ёшки. Сейчас пытаюсь. Ты не забывай, что они не настолько шустрые. Так, у этого торпеды в рабочем еще состоянии. Да, бери ваншотом, потом работай с остальными. Да, я вот, видишь, поэтому бью. А другой крейсер сейчас ускоряется как раз специально. Так, ему сломали дополнительный генератор. Так, выходим на крейсерскую скорость. Поэтому вар-движки у этого теперь не работают. Так, ну, чуть-чуть осталось, давай, добивай. Есть, все, второго убирай. Так, а теперь смотри. Я второй стоит вообще-то, твоего, блин, сейчас разниму второго крейсера. Втором, блин, вот что меня бесит в этом управлении, то что, ну... Реально через жопу работает. Вот плохо очень сдвигается камера. Ну бы это, чувак, что ты хочешь. Сейчас этому устрою тут небольшой абордажный экшен. Мама! Поднасыпало. Changing course. Да, поднасыпало. Сейчас еще... А, блин, не хочет. Setting course. Мне... Эй, да, похоже, сейчас меня тут отымеют. А может нет? Не, сначала из дестройера убирай, потом мы. Сейчас. Может, крейсер с торпедами только на опережение, вот, а не так. Вот как... я сейчас так и хочу сделать. Вот примерно вот так вот ему шмальнуть. Ох. Есть, черт. А, давай, теперь добирай эсминец. Иначе попинаем теперь. Ready.
Так, давай-ка ускоряемся. А, блин, этот уже не может абордаж посылать. Так, есть, эсминец готов. Ну, раздолбать теперь, и все. Проблема. Только он взрезает. Опа-па. Так, торпеды, значит, уклоняемся. Underway. Его постоянно держать под разбитыми щитами, и все, победа, как у тебя тоже щитов нет. Вот в том-то и проблема, что... Да, щитов-то у меня тоже нету, и все корабли изрядно раздолбаны. Ай-яй-яй, все плохо. Да, все плохо. Да. Торпедос алярм! Так, замечательно. Один из кораблей мне раздолбался. Другой корабль тяжело ранен. Я думаю, что нужно отсюда с... Пока корабль еще цел. Если ты еще успеешь. Нет, не успею. Еще один залп, и он развалится. Причем на пополам, причем неаккуратно. Да. Неприятненько. Нормальное начало этого. Этого. Но управление тут ни разу не простое. Потому что то все время в движении тут. Не так, что все встали и начали шмалять, как там, как в играх. Так, о, да, шип дестроит. И все их экспа в задницу. Эх, печаль, тоска. Ну, чё? А, дестрою 2 тернс, понятно. Следующий... А этот уже починился. То есть два хода, мы будем использовать один ЛТ, один ЛК и... Чё-то не пойми чё, да? Ну, типа того, так. Думаю, может щит улучшить себе? Щит надо, согласен. Да, так у нас один всего линейный корабль. Так, пусть стреляет получше. Ну чё, ну поехали, попробуем чего-нибудь выиграть. Даже два корабля потерять, это, конечно, сильно было. Три. Не, ну я мелочь вот не считаю. Считай, а я считаю. Слушай, там что, мелочь можно вообще пачками, наверное, напаковывать? Ну вот, цени. Да ладно. Ну да. Сейчас в 5 кораблей, из них у меня 4 с торпедами. И опять против Империума. Если бы ты стрелять им еще умел. Слушай, ну... Если ими попасть такие... Тут, знаешь, не так и просто ими стрелять, тебе скажу. Что, я умудряюсь в кораблях. В кораблях своих ты контролируешь один корабль. Это тебе так, на секундочку. На секундочку, да. Собирай пачку, пойдет в разведку. Да зачем разведка? Они же сами ко мне придут. Можно не париться. И так. Пятый корабль. Сейчас, я не забыл, я его просто выставляю еще. Вот, вот, ну что ж, мы типа готовы. О, сейчас получится вообще прекрасно. Вот эти на карте, видишь, эти синие пятна такие? Угу. Это газовые облака. Угу. Ты можешь в них сныкаться. Именно. Не именно крейсер. Это я собираюсь сейчас сделать. А, стоп. У меня крейсер... Крейсер у меня нет, не с торпедами. У меня 3 торпедных корабля. Да. Ну, сейчас вот эти двое будут... Пойду в другое облако. Не, они будут выцеливать противника. Так. Пока... А, он еще меняет координаты свои. А, там... Я вижу 3 вражеских цели. Да, я тоже вижу 3 цели. Ну, сейчас посмотрим, ну, что от этих целей останется в ближайшее время. Так. Самое главное, это вот теперь мудриться прицелиться. Так. И куда-то он не туда навелся. Ты просто наводишь, и оно и тыкается, да? Ну, я вот держу над торпедами мышку, и оно... И оно показывает, куда эти торпеды пойдут. Вот, например, вон туда. Нацелить его куда-нибудь. Ship ready. А? Ты что-то нажимал, или он шам шпальнул? Нет, я нажимал. А?
Когда он... Я на развороте очень часто отстреливаю все эти торпеды. Ну, самый простой способ. О. Нормально. Yes, Admiral. Ну, даже если он живой, то ему больно. Ой, сбил, походу. Ну, одну сбил, другая промазала. А ну, этот, блин, опять между торпедами прошел. Understood. Так. Слушай, у тебя тут две торпеды, я обычно между шести прохожу. Давай, раздалбывай этого последнего. Ну, сейчас поедем раздалбывать. Что еще с ними делать? О, это еще и крейсер. Легкий, обычный? Да легкий. Других тут нету. Да такая орда на одного, он такой явно не ожидал. Ну, наверняка ему не очень это все нравится. Особенно ему не нравится, я думаю, вот это вот, то, что сейчас было. Что это? А я ему в упор торпеды пустил. А, вижу. А, еще крейсер. Мать-то вашу. Вы что, оборзели там все? Так. Абордаж. Мне уже, блин, одного сбили. Ой, как он мило сунулся. А, блин, еще и умудрился мимо пройти. А сейчас ты подставишься. Если у него с торпедами. Нет, у тебя никого не... Или, а, сбили, да. At your command. Это что? Торпедоносцы как бы... Убей эту хрень, которая шляется между вами. Маленькую-то, сейчас. Да. Мышь собрался с мыслями, все мелочи раздолбал. О, блин, какое-то говно мне... Мне какую-то турель сломали. А, ему тоже что-то сломали. Ну, так, выходи на носовую атаку. Давай, на второго попадем. Так, ну, либо в одного, либо в другого, как бы. Примерно на той расчет. Бах! Вроде попало, там. Торпеды, блин. Awaiting orders. А здесь люди раздолбали. Ну, долбит его, да, что делать? Задолби фрегат, блин. Сейчас быстренько увезем его в стороночку. Так, займитесь-ка этой мелочевкой. Ну, кстати, их крузак явно не в восторге от происходящего. Он явно отпечален. Так, он пытался сдрапать. Yes, но ему никто не дал. Блин, я умудрился, похоже, себя бомбы слегка подсокать. Давай, разобьем эту девочку. Сейчас. Ну-ка, что у меня тут по торпедам? Торпеды... Ну-ка, наведись-ка на него носом. Я хочу эту скотину порадовать вот таким залпом. Вроде как раз на перерез пошли. Да-да-да, он не вернёт. Сука! Это было красиво. Вроде не вернётся, вот сука. Да уж. Займи крейсер, блин. Ну пока я не раздал дневничок. Не-не-не, этого домой, этого убивать эту хуйню мел. Да те двое пусть справляются, там у одного из них копьё. Чем быстрее ты справишься, тем быстрее ты освободишь всех остальных. Для того, чтобы раздолбать крейсер. Можешь крейсера перебить, для того, чтобы раздолбать. Все хорошо. Все хорошо. Ты... Ой, к тебе там прилетели. Не, не прилетели, нормально. Нормально, ушел от торпед. Главное, в этого две торпеды в упор вошли. И ничего. В этом? В мелкого? Да. А вон тебе еще пачка. А что? Не, все нормально. Все хорошо, так, о, можно ему устроить. Так, что, мне сломали кого-то? Вот эта хрень еще хилится. Так и мы хилимся. Тут есть скилл у всех кораблей и возможность попробовать чуть-чуть поремонтироваться. Так. Ой, он торпеду съел, вроде. Не, я торпеды не пускал еще. Это просто слоумо, да, такое? Да, это тут есть так попытка подгадить.
Так, ты давай чинись. О, блин. Сволочь хитро использовала это замедление. Кто стреляет торпедами в корму? Вот кто? Объясни мне, пожалуйста. Не шмаляйте в пианиста, он бацает как умеет. Вот это тоже мне сейчас в корму пострелять решил. Рузу, возьми крейсер и разолби эту хрень, которая летает там как, сзади тебя. Ты освободишь два корабля, которые... У меня крейсер под обстрелом вообще, всего-навсего. Вот отлично, освободи его. Так, сейчас эта хрень получит у меня торпедный залп. Так, а, понятно. Ну все, заказывал. Потерь всем кодлом. Займись этой херней. Который сейчас занимается тем, что гоняется с тем. Сейчас. Yes, admiral. Ну чё. Отлично, торпеды. Отлично, торпеда пришла. Обе торпеды. Ой, мы еще и на бар, да? Initiate emergency repairs. Так. Подремонтируемся чуть-чуть. Не забавно, на самом деле, только ты флотом. Что говоришь? Ты не умеешь флотом управлять, ты без нескольких кораблей. Ты по своим смалишь. Сейчас крейсер опять пролет. Оно вошло в слоумо. Снаряд ты хуя. Оно вышло из слоумо, сука. Слоумо тут территориальный очень. И уже закончился, да. Зато у меня сейчас начнутся торпеды в упор. Блять, торпеды просто надо стрелять в морду, а не в жопу. Слушай, если ему пострелять торпедами в жопу, то он останется без движков. Тоже, что ли, нехорошо? Я предпочитаю просто в морду, наверное. Cruising speed set. Так, куда там он намылился? На съёмки. Так кто ему позволит-то? Парса! Да-да, о, он как раз под бомбу попал. Ты его пушку убил. Ship ready. Он сваливает, по-моему. Пошёл в жопу. А, блин, падла, успеет ведь. Мне не получилось. Да, торпеды не успеют его подбить. Это успело или нет? Не, она попала, но он, скорее всего, свалит. Да. Непонятно. Сейчас посмотрим по фразам. Не засчитали. Не успели мы его взорвать. Чуть-чуть не хватило, а спецназ не справился с тем, чтобы... остановить эту козлину. О, у нас второй уровень. Это хорошо или плохо? Ну, откроются сейчас новые баталии. У нас один FPS, это плохо. Один FPS был на загрузке. Угу. Да, теперь еще... О, новый слот кукурузера. Кукурузера? Обычного кукурузера? Обычного. А их можно рассмотреть? Нет, к сожалению. Хорошо, читай, что ТТХ я буду выбирать. Значит так. Крейсер класс Диктатор. Прочность 800, щит 200, скорость 150, поворот 10 градусов в секунду. Давай, стоп. Давай для тех, кто в танке, кто не в курсе, говоришь вот именно, хорошо это или плохо для его класса. Ну, так, ну у них у всех на самом деле вот ТТХ по повороту и прочему одинаково. Угу. Отличаются они основным оснащением, то есть Диктатор оснащен тяжелыми торпедами, 6 штучек, 2 макробатареи, ну обычные эти бортовые, и у него он несет на себе эскадроны бомбардировщиков и истребителей. И Это мило. Значит, класс Готик. Оснащен 4 этими батареями энергетическими и торпедами. Доминатор. Хэви торпеда. Да, тяжелый торпед, да. Доминатор оснащен пушкой Нова. Вот эту штуку я люблю. А что за штука? Дальность 25 километров. Угу.
200 дамага, но то бишь 4... с одного попадания ломает эскорт. Mm-hmm. Причем ауешет. Mm-hmm. Да, единственное, что она не, типа нестабильная, поэтому с 5, шансом в 5% она ломается при выстреле. То есть ты можешь один раз шмальнуть и сдохнуть? Остаться без турельки. Ага. Значит, и 4 макробатареи, тиран. Подожди, макробатареи это как? Ну, обычные эти орудийные пушки. Ага. Они бортовые. Значит, дальше. Тиран, 2 макробатареи, торпеды... И плазменная макробатарея. Что за нахер? Ну, стреляет подальше, чем обычные эти. То есть, у просто макробатареи 6000, то это на 12 шмалит. И лунный. У него копья, макробатареи и торпеды. Копья это те, которые снизу торчат, да? Не, ну, не, они у него тут на бортах стоят. У обычных крейсеров бортовые. У легких крейсеров это те, которые с мономолоди, да? Да, снизу болталась такая хрень. Ага. Итого мы берем... Я игрался с доминатором, на самом деле. Я понимаю, что тебе нравится доминатор, но 5% шанс уничтожить... Подожди, 5% шанс, что у тебя пушка сломается после первого выстрела? Или после любого выстрела? После любого. Ладно, берем доминатора. Экстрим так экстрим. Мне понравился тот, который авианесущий. Как тебе? Хорошая игрушечка. Вот красавчик, да? Слушай, у меня сейчас любой корабль за этих напоминает какой-то фаллический символ. Ну, не надо троллить. Я помню. Да-да-да. Так, ему можно выставить парочку... по 2 скилла. Например, можно ему тоже выдать плазмобомбу. Угу. И слушай, что у тут вопрос. У него... Мы на фоне нашей базы? Да, мы на фоне верфей. Да. Ну, хотя я тиран сразу тоже поставил, тоже интересный корабль. Так, Recon Beacon. Так, это возможность разведки. Ты можешь ему телепорт сделать? Да. То он будет у нас бортовыми в основном фигачить. Так, этому что-то апгрейд у него уже есть. Он третий уровень еще не добрал. Тебе еще один ход чинится, да? Да, тебе еще... Ну, что? Ну, погнали еще. Пойдем что-нибудь сломаем. Да, пойдем что-нибудь нагнем и на этом, я думаю, заканчиваем. Ну да, время-то уже много. Ух ты, 300 поинтов. Ну ладно, я... Выбирай сам тут как бы. Так. Я понял, что дестройеры хрень. Ну да, как бы это расходный материал. Вот и все. Злой ты. Так, ну ладно. Пойдем в 3 корабля против Империума. Они 4. У нас миссия. Мы должны сопровождать конвой. Ёпчки. Это жопная миссия, на самом деле. Вот у меня большие проблемы она всегда вызывает. Ой, какие корабли симпатичные. Мне какой-то дробаш напоминает. А, нет, стоп, это в другую сторону. Хорошо, не дробаш. Так, ну ладно. Начинаем располагать наши игрушки. Кстати, мы в 5 кораблей? А? Мы в 5 кораблей играем? А, в 6? 6. Ну, 3 транспортника, которые привезти нужно. Ну, 3 транспортника давай на правый фланг, и если что, они будем съебывать. На правый, думаешь? Да. Хочу лучше на левый, слева те самые есть. Окей, давай вот здесь вот кучками. Облака. Кусенька и скинь. Так. Окей. Все, на центр карты этих троих идиотов. А тебе сразу включить. Сейчас, я хочу посмотреть. Ага, приближаются. Пим. Они будут пытаться через наши основные порядки пройти сперва. Ну, а куда надо этих 200 дефендов, которые? На другую сторону карты. Выебу. Так. Приветик, так. Понятно, слегка зацепило в лучшем случае. Это что за нахер? Что это за карту? Это мины. Вот это вот красная мина? Да. А что полетела за хуйня такая? На червяка похоже. Где? Вот. Не знаю.
Что-нибудь типа торпеды, может, какой-нибудь. Ну так реально человека попал. Да. А если бы я не сказал, там к тебе пришли. Так. Ладно, готовимся сейчас устраивать им теплую встречу. О, сейчас бомба рванет. Как раз ему было... Ой, это еще мелочь. Ой, там второй из тумана вышел. Да, это мелочь, только эту мелочь нужно уничтожать быстро теперь. Ай-яй-яй. Потому что они... Перекинь. Они сейчас попрутся к конвою. Перекинь, Петя, ты конвой вдумай, пока его не разорвали. Да, да, я... Конвой я сейчас отправил, как бы. Конвой, кстати, тоже слегка отстреливается. Ты меня успокоил своим слегка раздолбай мелочь. Потом этот, кстати, сейчас. Укусики. Он тебе тоже что-то потом поломал. Ты горишь. Пожар! Там сзади еще одна хреновина ползет. Судя по всему, тоже или тяжелые. Они тоже тяжелые пригнали. Вот сухи, да? Awaiting orders. Слушай, да, никто уж не говорил об оборонительном порядке изумруд. Мне никто не говорит. А? Тебе никто не говорил об оборонительном порядке изумруд. Нет. Бля! Это когда конвоируемые суда внутри конвоя. Я понял. Да. По названию как бы можно догадаться. Так, ну вроде бы, в принципе, конвой живой. Туман его, саны как бы. И жить, и отправить. А они сейчас через туман и пойдут. На самом деле как? Я думаю, что тяжелый крейсер-то охренеет их догонять. Так, включим на нем ремонт. Обычный крейсер у них, кажется, потихонечку идет к чертовой бабушке. Ну вы его почти распинали. А он линяет, пытается. Сука. Блин, только я по нему новый шмальнул. Что за ново? Ну это... разворачивайте его. Забирай там. Так. Похоже, они тут где-то нашли того самого тяжелого. Так он справа, снизу был. Но я его сейчас все равно не вижу. Я понимаю, я говорю, что он был справа, снизу. Выбирай свою артиллерию, орду и иди. Проблема в том, что я его все равно не вижу. Ну ты его на карте видишь? Точка на радаре не делается. Вон арт-ответы, как точка на радаре. Твою мать! Быстро! Ха, нормально! Засчитано! Вон он, блин. Да сейчас огребет это. А, это он, короче, дрона разведчика послал. То есть ты хочешь сказать, что вот эта хрень, которая тебя чуть не раздолбала, это не он? Так, а, блин, слишком близко для выстрела из нового. Шмаля! Сейчас, тут ему... Еще и абордаж устроим. Underway. Так. Огонь. Огонь из всех орудий, суки. Ты можешь, в принципе, конвой отправить или нет? Я думаю, тут уже все. А конвой у меня уже отправлен. А. Тут как бы этого-то доломать нужно? Ну да. Мне интересно, что такое может перевозить конвой, что при этом не жалко пожертвовать там тремя крейсерами. Может там система в блокаде, знаешь? Так, а у этого нового, кстати, сломалось. То есть, вы скажете, ему там перевозить, например, пиво, да? Бах. Ну, сломали эскорт. Какая, блин, жалость. Вообще печаль. Так. Пойдем-ка устраивать. Красиво его движки такие. И на тему того, что он не догоняет этих. Догоняет. Он под этим самым, под форсажом сейчас идет. Я вот тоже иду под форсажом.
И сейчас как бы я его догоню. Да, это сволочь под бафом. А, кстати, тут тоже. О, лук-клон. Это что значит? Ну, это временно повысит его... Давай, поставь, догонять, раз, точность. И херачь. Сейчас, у этого закончился форсаж. Но есть еще вот такая штука. Главное увернуться. А я он как, у меня-то как раз нормально увернулся. А вот он, а вот он не увернулся. Получил еще и абордажную команду. Так, вот теперь он, думаю, точно не заходит. Так, а, блин, вот он под форсажом, но все равно обосрется. Не получится у него. Understood. Опа. А, блин, чё? Ты ловил, курак. Нет, эта сволочь уходит. Не получилось. Ба-ба-бах! Все драпают, ну пиздец. Ну, я попробовал ему прервать прыжок, но не срослось. Не, там было что-то. А? А, ну да, там было типа побег не прерван, обломитесь. Да-да-да. Ну, кстати, у меня этот легкий уже третьего уровня. Нормально. Еще и те два починили. Ну да. Так, а что тут? А, типа Crewing Replacement. Расстреляли команду. Типа следующий бой, он не получает бонус от команды. Так, я думаю, что я еще увеличу ему. А, повышу защиту от абордажа, пожалуй. А теперь наш маленький кораблик. Опять же, пушки можно сделать подлиннее, так. Пушки точнее... подлиннее, блин. Чё у меня везде, блин? Ладно, я молчу. Можно, кстати, сделать его побыстрее, а можно сделать под смертоноснее. Смертоноснее. Хотя его тоже. Быстрее тоже нужно, но смертоноснее, да, наверное, важнее. Ну да. Но в любом случае, на этом мы закончим нашу жалко, сегодняшнюю серию. Да, вот, конечно. О, покрутить-то было... А, бля. Бля! Средняя кнопка. А ну, призумай. Я хочу посмотреть вот с морды, но это весь замок. С морды именно. С орла, вот именно. Бля. Слушай, если бы я не сказал, ты бы не нагуглил. Блядь, он охуенный. Да, это просто... Вот так серию и назовем. Он охуенен? Не, бля, он охуенен. А. Милая такая пушечка. Ты полый имитатор на носу. Кстати, в одной из книг, где эта хрень упоминалась, было сказано, что на ее перезарядку уходит не меньше часа. Ты фразу не слышал? Милый полый имитатор в носу, не оценил? Ну, давай покрутим вокруг остальных еще. Чего уж там, давай. То есть у нас получается два носовых орудия, 4 торпедных аппарата. И чё? Так, у него сейчас, у него бортовые орудия. У этого нет носовых, у него бортовые. Что за хрень? А вот это хрен его знает, но с них он не стреляет почему-то. Херово, но смотрится эпичнейше. Выглядит-то как оружие, понятно. Так да. Причем но... 8 стволов. У него еще тут сверху есть пара турелек, вот. Я думаю, это отстреливаться от всех... Не, это шмаляет по кораблям. А. Как ни странно. Так, а вот это... который у нас... Так они же одинаковые, но только этот без торпед. Ну да, этот без торпед, у него вот тут ствол снизу повешен. Но в остальном, да, это один класс. Ага, а ну давай наших каких-то. Нихуя себе жопа! Подожди, а ну верни предыдущий. Предыдущий верни это... Да, нет, ниже. Нет, вот это. А жопу покажи. Да тоже. Да пиздец. У большого меньше жопа. А вот это вот наш
Эсминец. У него, кстати, торпедных аппаратов вроде как 4, но отстреливает он 2 торпеды за раз только. Ну, ты понимаешь, если он отстреливает 4, у него морда оторвется. Или его отдачей замучает. Жопа зато симпатичная. Причем у меня такое ощущение, что он может на планету садиться. Вот это я очень сомневаюсь. У них ни у кого нету, на самом деле, маневровых двигателей в явном виде. На крысу похож вот этот. Ну, понимаешь, ему не хватает 6 вертикальной тяги двигателей. Оцени, какой у них милый этот, как мостик. Часовенка. Ага. Кстати, я такую фотку могу найти. У меня есть. Я сам фоткал именно в Киеве. В смысле, миниатюрки или что? Нет. Это фрегат класса меч. Ну, он, в принципе, вообще очень похож. Очень похож, но вообще голый и с орлом. Он да, при этом у него такой шнобель, что кажется, будто он им должен таранить всех. Это тапок. Это тапок, реально. Здесь нет Человека-паука, понимаешь, как бы. Блять, ты хочешь сказать, что ты не смотрел последнего трейлера к Гражданской войне? Нет. Блять, я тебе сейчас скину. Я и первого не смотрел. Блять, я тебе сейчас скину, спинишь просто. Ну ладно, на этой ноте с обзором этих красавцев мы и закончим. Ого. Всем спасибо за просмотр, бла-бла-бла, говори дальше, сам я пошел искать. Да-да-да, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, рассказывайте друзьям, а мы сюда вернемся и обязательно вернемся, когда выйдет полная версия. Всем пока.